Здравствуйте, дорогие гости канала и подписчики, с вами Толстых Александр, и в этом видео я покажу вам лучшую, по моему мнению, позицию для снайпера на карте авиабазы в игре Warface. Итак, вот я сейчас уже нахожусь на этом месте. Из плюсов этого места то, что здесь вас не достанут противники, если вы прижметесь к стене, кроме как гранаты или артиллы. И отсюда можно прекрасно простреливать вот этот вот участок. То есть вот бежит человек в самолет, а вы его подстреливаете. Ну, тут, конечно же, понадобится реакция, потому что игроки довольно быстро бегут. Но, в принципе, хорошее место. Так, ну вот отсюда вас, конечно же, тоже могут подстрелить, так что надо стараться следить. Сейчас попробую забраться еще раз. Так, ну вот я снова на месте. Посмотрим. Так, и третья попытка. Так, он остановился, я могу бежать. Мельче. Ну а также вот отсюда вот иногда вот так вот пробегают. Их тоже можно подбивать удобненько. Хорошая броня. Ну вот, в общем, я вам рассказал об этом месте. Спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.